Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Школьники могут проверить свои знания о лицейских годах Пушкина. Ко дню памяти Александра Сергеевича Пушкина на сайте издания городского методического центра «Слово учителю» появились интерактивные уроки. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы. Кроме того, Московская электронная школа подготовила подборку интересных приложений, посвященных жизни и творчеству поэта. Так, столичные школьники смогут узнать о том, какое место в жизни поэта занимают лицейские годы, как создавался императорский лицей, кто были друзья Пушкина и какими были его первые литературные победы. На этом у меня пока все. Больше на сайте mymsk.online. До скорого!